В Липецкой области найден погибшим 4-летний Артем Перфилов, который пропал 7 мая. Тело мальчика обнаружили следователи в выгребной яме на заднем дворе дома в селе Солдатское Тербунского района, где живет семья. 8 дней ребенка искали сотрудники полиции, спасатели, волонтеры и даже пилоты на аэропланах, но безрезультатно. При каких обстоятельствах мальчик оказался в коллекторе глубиной более метра, предстоит выяснить в ходе следствия. По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате утопления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, выводы которых помогут в установлении объективной истины. Расследование уголовного дела продолжается. По его результатам, действиям родителей ребенка и собственника домовладения также будет дана юридическая оценка.